Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство OnePlus Pad, и сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Итак, для этого мы заходим в приложение «Настройки», и здесь мы выбираем «Расширенные настройки». Далее выбираем «Язык и регион», нажимаем «Edit» и добавляем «Язык». Я ищу русский, добавляю русский язык, нажимаю на плюсик. И нажимаю Yes. И таким образом, как мы видим, язык системы поменялся. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.